Абрамян Джульетта, учащийся 9 класса школы номер 113 Красноармейского района города Волгоград, педагог Крицына Юлия Александровна. Самый светлый, самый летний день в году, самый больший день Земли, 22-го. Спали дети, зрели яблоки в саду. Вспоминаем, вспоминаем это снова. В Сталинграде Волга тихая плыла и баюкала прохлады переблеска. С увольнительной в кармашке дня ждала пограничная пехота возле Бреста. Спал Матросов, спал Гастелло в тишине. На рыбалку Павла шел тропой недолгой. В Сталинграде мать письмо писала мне и звала меня домой, манила Волгой. Талалихин по Тверскому шел в ту ночь, у Никитских попрощался. Ночи мало с той, которой я ничем не мог помочь в день, когда она на улице рыдала. Вспоминаем эту ночь и в этот час взрыв, что солнце погасил в кромешном гуле. Сквозь повязки неумелые сочась кровь народа заолела в том июне. Шаг за шагом вспоминаем, день за днем, взрыв за взрывом, смерть за смертью, боль за болью, год за годом опаленный огнем, год за годом истекающий кровью. Вспоминаем торжество, как шли и шли, и Берлин огнем открыли с поворота, и увидели просторы всей земли, проходя сквозь Бранденбургские ворота. Дым последние очертания улиц путал, но и горы Фекантария наштяк водрузили на шатающийся купол. Вспоминая всех героев имена, все победы называем поименно. Помнит вечная кремлевская стена, как валились к ней фашистские знамена. Нам бы только этот май вспоминать, но июнь еще стоит перед глазами. Если жало начинают поднимать и охрипшими пророчить голосами. Мы не просто вспоминаем день войны, не для слез и мемуаров вспоминаем. Люди мира вспоминать о нем должны, мы об этой всей земле напоминаем.